Горяченькие товары Xiaomi, друзья, прямо из печки для вас. Сегодня покажу 10 крутых вещей, которые не дадут вам замерзнуть зимой, принесут пользу, уют, комфорт, радость и тепло вашему дому. А может быть, просто будет интересно посмотреть и принять участие в конкурсе также с горячим Xiaomi-шным призом. Включаемся и смотрим 10 крутых товаров Xiaomi для зимы. Зажигаем. Электрогрелка для ног и тела Xiaomi Shooting. Поставляется гаджет в большой коробке с изображением содержимого внутри. По комплекту получаем набор фиксаторов, подставок, инструкцию, и у меня еще был небольшой плед, наверное, подарок от китов. Это самая большая модель и самая мощная на 200 ватт в максимальном режиме. Причем реальные там 200 ватт и даже 220 на старте, все без обмана, все четко. То есть здесь идет хороший, интенсивный и быстрый нагрев. Изначально ковер сложен, компактный, в раскрытом состоянии получаем размер 1,30 м, длина и высота 50 сантиметров, что весьма таки немало. На каждой части расположены нагревательные элементы, то есть всего 4. В этой версии принт выглядит таким образом. Пастельные цвета, и справа выглядывает кошка. Смотрится интересно. Блок управления находится справа. От него выходит сетевой провод. При помощи блока выбираем температурный режим и время обогрева 2 часа или 4. Температуры доступны 45, 55 и 65 градусов. Встроенный термостат защищает прибор от перегрева. Автоматического отключения также добавляет защиты. Прибор абсолютно безопасен и не причинит вреда, даже если вы случайно уснете в процессе работы. Автоматически выключит нагрев, если ваш домашний питомец случайно перевернет его. Устройство работает только строго в вертикальном положении, так что с безопасностью все в порядке. Защита работает, друзья, смотрите, если я переклоняю или роняю, начинает мигать индикаторы, и устройство автоматически отключается. Нагревается моментально, согреет в холодное время года, обеспечит комфорт, да и хорошее самочувствие, хорошее настроение. Получается равномерное и мягкое распределение тепла. Очень комфортно, можно оборудовать рабочее место или разместить под стол. Запустил я вот тепловизор и наглядно вам показываю, как равномерно, как четко происходит отдача тепла. Также видим, что нагревательные элементы расположены практически по всей плоскости ковра. Запаха противного нет при работе, покрытие можно чистить. Возможно, на полу детям организовать какой-то уголок и проводить время с ними, так сказать, в теплом заграждении, или просто, как в слогане магазина, одарите силу тепла к любому празднику. Благодаря конструкции, дизайну и универсальному использованию электрогрелка Shooting — это идеальный подарок для родных и близких к Новому году, Рождеству или другому знаменательному событию. Этот полезный прибор подчеркнет вашу любовь и заботу. Дарите тепло. Допустим, у вас здесь холодная стена какая-то, вы также можете, ребят, соорудить себе вот такую вот защитную сетку, защитный экран и наслаждаться теплотой. Вот сейчас я отключил даже, ну, несмотря на это, ковер прогретый, и реально очень тепло, комфортно ощущается, именно отдача вот этой энергии идет от этих панелей. Комфортно, классно, это лучше, чем холодная стена. Опять же, если вы хотите чем-то заниматься, можете вот такое себе там место соорудить здесь. Тепло идет со всех сторон. Занимаетесь, балдеете, кайфуете. Реально очень тепло, классно. И действительно устройство работает на 100%. Я приобрел две версии. Вторая чуть менее мощная, но по дизайну отличается и мне тоже нравится. Здесь мы уже получаем 160 ватт и размер 1 метр на 56 сантиметров, 3 нагревательных элемента. Материалы точно такие же, но рисунок здесь другой. Маленький домик и горы. И шаблон с выступающими вершинами получается. Такая версия стоит немножко дешевле, но по дизайну мне тоже подходит. Выбирайте, какой вам вариант понравится больше. Пришли с улицы, отваливаются ноги, где-то промокла обувь, вступили в лужу, просто долго стояли на одном месте, или уже из ног одни ледышки, или просто сидя за компьютером, хотите получить больше комфорта, решение есть. Опять же от Xiaomi. Электрогрелка для ног Xiaomi Coolax. Поставляется грелка вместе с проводом питания современного USB-C формата, а также адаптером с параметрами 5 вольт 2 ампера, то есть мощность у нее 10 ватт. И что это значит? А это значит, что питать ее можно от любого пауэрбанка, от любого зарядного блока смартфона. Это удобно. Грелка для ног улучшит циркуляцию крови и согреет ноги. Внутри грелки используется очень мягкая, приятная ткань и специальный наполнитель, что дает ощущение комфорта. Прогревание ног и мягкий массаж укрепляют иммунитет и надежно защищают от простуды. Возьмите с собой грелку в путешествие, в дорогу, в командировку, на дачу и наслаждайтесь домашним уютом в тепле. Горловина мягкая из фетровой ткани, имеет шнуровую завязку. Нагрев происходит также моментально. Нагревательный элемент расположен в основании и имеет большую
площадь, охватывающую стопу от пятки до кончиков пальцев. Чехол электрогрелки для ног Coolax удобен, позволяет минимизировать потерю тепла, легко стирается и не теряет своих свойств после стирки. Материал электрогрелки также для ног специально были добавлены шведские антибактериальные добавки на основе ионов серебра. Они эффективно предотвращают развитие вирусов и бактерий, защищая естественную микрофлору кожи от вреда даже после многократной стирки. Управление осуществляется одной кнопкой, мини-дисплей отображает у нас температуры. Есть три режима: 50, 55 и 60 градусов. Отображается все на дисплее. Автоотключение и защита от перегрева присутствует. Это тоже отличный подарок как для себя, так и близким. Главное отличие от более дешевых версий, они есть на рынке. Здесь качественные материалы, антибактериальная обработка, большая площадь нагрева и безопасность. Да, это не копеечный товар, но он реально того стоит. При этом данная грелка еще может подключаться к смартфону через Hi-Link App и можно управлять удаленно, так сказать. Там есть настройки по температуре и ряд других пресетов. Грелка для шеи Xiaomi Jordan Judy. Данный продукт получил награду на выставке Red Dot. Грелка используется как терапия при болезнях шеи. Она обладает успокаивающим эффектом при болях, растяжениях, усталости после трудного дня и работы за компьютером продолжительной. При серьезных, конечно, заболеваниях необходимо консультироваться с врачом, можно ли использовать прогревание, чтобы не навредить себе. Ну а в целом о пользе грелок вы, наверное, давно знаете. Данная версия имеет U-образную форму, поставляется вместе с приятным тканевым чехлом. На торце расположена крышка. Открываем, заливаем воду и дальше помещаем в микроволновку. По рекомендации производителя, если мощность микроволновки 800 Вт, то помещать нужно на 3 минуты. В идеале давать температуру на выходе примерно 90 градусов. Можно из чайника набрать чуть остывшего кипятка. Лично мне такая терапия помогла, когда немного что-то растянул на шее, то вместе с мазью делал прогревание и реально чувствовал себя лучше. Можно использовать не только на шее, объем у нее 750 мл, движемся далее. Умный конвекционный обогреватель Xiaomi с дисплеем. Эту покупку я сделал еще несколько лет назад, и устройство, ребят, служит мне верой и правдой по сегодня. За это время было несколько обновлений, но в целом функционал остался прежним. Обогреватель SmartMe оборудован двойным датчиком температуры, который поддерживает заданный температурный режим и автоматически переключается в режим экономии электропотребления при достижении заданного значения. Но и это еще не все. Если температура в помещении снова снизится, то датчики активируют повторный обогрев для достижения выбранного вами температурного показателя. В электрообогревателе также не предусмотрен вентилятор, поэтому принцип работы этого устройства основан на естественной циркуляции воздуха в помещении, так сказать, конвекции. Отсутствие вентилятора имеет свои плюсы. В частности, вы не будете ощущать направленный воздушный поток, а также воздействие обогревателя на уровень влажности в помещении будет ниже, чем при использовании вентилятора. Мощность у него 2 кВт. Есть таймер, есть защита от детей, падения, перегрева, автоматическое включение по сценарию и ряд других крутых фишек и решений. Это умный обогреватель, не разочарует вас при покупке, рекомендую и сам использую. Еще одной интересной вещью от Xiaomi выступает шарф с подогревом. Есть несколько разных цветов на выбор, комплектуется сразу вместе с пауэрбанком. Можно использовать просто как накидку, а можно продеть специальное отверстие, тем самым зафиксировать положение. Предусмотрено 3 режима подогрева и можно питать от других пауэрбанков. Когда шея в тепле, согласитесь, это же очень комфортно и приятно, особенно при длительном нахождении на улице без движения, на сильном ветру где-то. Я делал детальный полный обзор на этот аксессуар одежды, но вдруг кто не видел, присмотритесь, может быть, это именно то, чего вам так не хватало. По конкурсу, друзья, условия у нас самые простые. Ставьте лайк, пишите комментарий под этим видео, подписывайтесь на канал. Итоги будут проходить в нашем телеграм-канале «Китай близко», ссылочка у вас на экране, и все условия еще продублированы в описании к видео. Разыграем мы шарф с подогревом Xiaomi. И, кстати, друзья, у нас проходит несколько конкурсов. В прошлом видео Xiaomi мы разыгрываем там Mi Band, у нас разыгрываются наушники, видео про Beisus, товары. Также есть еще один приз, это часы, поэтому можете пролистать предыдущее видео, принять участие в конкурсе, а все итоги у нас будут проходить уже с 30 числа, с нового месяца, с декабря, 1-го, там, 2-го, примерно в это время проведем конкурс, разыграем все подарки, поэтому время принять участие у вас еще есть. Залетайте, смотрите ролики, пишите комментарии и выигрывайте полезные призы. Смотрим обзор дальше. Перчатки с подогревом – это еще один крутой техногаджет от Xiaomi, который поможет вам согреться. Я тестировал вот такой вариант. Это большие, теплые, длинные перчатки, которые закрывают и кисть тоже. Поставляются они вместе с аккумуляторами и проводом для зарядки. Есть у них три режима работы, управление осуществляется одной кнопкой. Я проверял
тепловизором, и обогрев происходит в районе пальцев. Ну и, конечно же, тестировал на улице. Еще одна особенность – ветрозащита и сенсорные наконечники для управления смартфоном. Время работы до 6 часов, все зависит от температуры на улице. Есть более лайтовый еще вариант у китайцев, попроще, с открытыми пальцами. Выглядят они вот таким вот образом, и здесь уже нагревательная пластина размещена на ладони. Управляется также одной кнопкой, зарядка через USB, и есть дисплей еще с отображением температуры. Использование предполагает в осенне-весенний период, либо же для некоторых людей, у кого и руки мерзнут за компьютером даже летом. Что хочется после того, как пришли с улицы или встали с теплой постели, а в доме прохладно? Конечно же, горячего чая. Для получения моментально нужной температуры воды существуют термопоты. У Xiaomi есть несколько моделей, я тестировал и сам использовал. Вещь весьма крутая и полезная, если любите горячие напитки или просто теплую воду. Практически все модели оснащены дисплеями, выбор температуры и пресеты присутствуют. Также есть подключение к смартфону. Есть версии, которые подключаются к водоводу, есть просто с контейнерами, куда лучше заливать сразу уже очищенную. За несколько секунд получается у вас горячая чашка чая. Используется нагревательный тен, который греет в момент только подачи воды, то есть вода все время не подогревается, в отличие от других версий термопотов, и тем самым тратит меньше энергии в целом. Ссылки на несколько моделей я оставил в описании, выбирайте, какой вам понравится и какой вас заинтересует. Если вам какие-либо товары приглянулись, понравилось что-то, хотите подарить, принести радость, пользу себе или другим, ссылки все есть в описании. Также вот эти вещи вы сможете забрать в нашем инстаграм billstore.ua, адрес у вас на экране. Цены максимально адекватные, любая ваша покупка — лучшая поддержка нашего канала и стимул к новым видео. Мы и дальше тестируем разные устройства из Китая, не только. Лайк, подписку не забывайте, принимайте участие в конкурсе с горячим призом, берегите себя, держите ноги в тепле. Увидимся скоро, не болейте.